Всем привет! Попробую показать, как вяжу мушек-кибари. Не знаю, что там будет видно, не видно. Как я уже говорил в предыдущем видео, что вязать на экшн-камеру — это маленький геморрой. Так, муха-кибарь у нас будет красножопик. Сначала делаем так называемую точку атаки. Особо зверствовать не надо, так чуть-чуть. Само тельце у нас будет маленько другого цвета. Теперь, чтобы сразу, точнее, чтобы потом не заморачиваться, берем вот такой вот гель, буквально чуть-чуть. Капаем сюда. Какая-то ворсинка там. Много не надо так. Вот так это все светится в ультрафиолете. Маленькой. Неаккуратно. Я говорил, что я еще сам такой спец, что ё-моё. Ну, потом в конце посмотрим, что получится. Теперь берем зелененькую монтажку, с которой у нас будет непосредственно формироваться само тельце. Бестолковочку, которая будет головка. Иногда делаю тоже вот с такой флуоресцентной нитки и уф-гелем. Ну, сейчас не буду делать. Так, сам принцип покажу. По идее, кибарь — это самая простейшая муха, которая японцами вяжется вообще там на коленке из подручных материалов. Так, затем берем вот такой вот перо куропатки. Зачищаем. Так, наверное, много. Тут тоже главное не переборщить. Вот так. Не знаю, видно, нет. Зачистили. Буквально несколькими виточками приматываем. Лишнее отрезаем. Примерно так крепляем наше перо.
отрезаем и формируем такое тельце слегка на конус. Здесь можно с любой нитки, можно люрексы, можно проволоки, можно дабинги. Ну, в принципе, можно еще взять павлинчика. Много не буду брать. Одну бородку возьму. Берем бородку пера павлина. Закрепляем. Лишнее отрезаем. Теперь берем и наматываем бородку на нашу нитку. Можно было две, конечно. Пожирнее было бы. Ну ничего. Одной хватит. И тем самым мы немножко павлинью бородку армируем, потому что она выщипывает вообще на раз. Она так сама-то не очень, скажем так, крепкая. Ну и все, и делаем вроде как торакс. Ну, в принципе, и все. Контрольный узелок. Можно еще один. Для надежности. Можно маленько залачить это дело, где наши узелки. Я обычно всю нитку лачу. Ну вот, в принципе, и мушка готова. Хоть сейчас на рыбалку. Надеюсь, что-то там будет видно.